Саламу, с вами дядя Тартарус. Сегодня мы прокачаем моего подписчика на небольшую сумму голды. Так что поехали. Вот мы задонатили 100 голды. Теперь будем прокачивать. Начнем, наверное, с АК-12. Что можно взять из АК-12? Наверное, Steam Beast возьмем. Посмотрим. Да, давайте Steam Beast возьмем. Закажем. Угу. Если продастся. Ну, давайте со слота возьмем. Без разницы. 17:46, 17:60 поставим. Возьмем писец. P350. Есть же. P350 есть. 39 есть. Файсеван возьмем. Дигл, давайте пираньи возьмем. Найтвульф нам прилетело. Без наклеек жалко. Все. И очень хотел калаш. Давайте АКР Спорт закажем. АКР Спорт. Отлично, мы обсудили с двумя наклейками, просто шик-блеск. И давайте напоследок возьмем какой-нибудь эпик, без разницы. Давайте возьмем вот Parrot. Он как раз ход за 2.05. А, там с наклейкой был, ладно. Так, у нас 0.70 голды. Можем купить какую-нибудь рарку. Давайте муху купим. Вот такая прокачка получилась. Молодец, бустит пас. Мы видим, что играет. 13 степов. Может еще до медальки, до наклейки добустится. В общем, вот так вот. Вот такая прокачка. Ну что ж, прокачка подошла к концу. С вами был дядя Тартарус. Всем пока, всем удачи.